здесь оружие. Оружие, наркотики. Так, друзья мои, как-то случайно вот так вот мы встретились. Это Константин. Это Евгений Рудин. Я шел гулял, шел из своей любимой столовой и смотрю, едет велопутешественник. Думаю, интересно. Сумки знакомые, рокбаги. Думаю, блин, ну надо знакомиться. Подошел, оказалось, что мне в комментариях писал, общались. И вот, Кость, в двух словах о велосипеде. Да что о нем говорить? Брукс, грибцы поставил. Давно на нем катаешься? На Бруксе? Да. С прошлого мая выехал с дому и поехал по России. По России я доехал до Феодосии. На Феодосии я развел... Значит, давай сначала про велосипед. Да. Он полностью стоковый? Нет. Ну, то есть покрышки так, это новые... Что это? Мерида? Да, Мерида. Big Nine 100. 2015 сборка. Тут покрышки еще старая покупал. Оливия стоит. Покрышки новые. Это уже вот совсем новые брал. Ну, марафоны плюс. Угу. Потом что у него еще поставил? Усилял вот эти каретки или как они, втулки, все вот это? Не, втулки ничего не усилял. Единственное, ну, каретку менял. А, и заднюю втулку менял. Угу. Да. Кассету поменял уже после России, после того, как приехал. Затем, ну, грибцы поставил еще в Хабаровске, вон они уже все у меня убитые. Я хотел, ну, в принципе, но... в основном все стоковое, ну, да? Брукс. И как тебе Брукс, нравится? Так, знаешь, когда как? Когда-то нравится, когда-то не нравится. Не знаю, с чем это связано. Сколько ты максимум на нем проезжал? Ну, за один раз, да. Блин, не слазит. Ну да, он усел. Сколько там у тебя рекорд в день? Там 100, 200, 300? Ну, не, ну в день у меня был рекорд 160. 6. Ну, нормально? Ну, вполне. Ну, как бы в любом случае, извиняюсь за выражение, заднее место будет уставать. А, ну ты еще и зацепами, да, все как да, положено? Да, контакты. Ну, такая вся история. Я, конечно... Не хочешь, как я, в тапках гонять? Слушай, на самом деле, вот я лучше бы в тапках, чем вот в этих колодках. Просто дело в том, что на жаре они просто, ну, ну, конечно, все потеет. Да. Ну и плюс дождь. Вот сейчас дождь был, они же сырые все. Ну, конечно. А тапки просохли и все. Ну, у них очень хорошее преимущество, что в горку и колени очень разрушают. Ну, а сумки, багажники у этих ребят заказывал ВКонтакте? Там которые... Топик, а это вот, да, это у Бажева Алексея. Ну и как тебе? Багажник? Ну, багажники, сумки. Багажник классный, сумки классные. Ну, единственное, конечно, я бы доработал бы немного, я бы добавил, может быть, у Артлибов, кажется, боковые кармашки еще есть. Можно чтобы, было бы... чтобы вот здесь были? Ну, либо здесь, да, как бы, можно даже под бутылку воды добавить, это было бы очень классно. Ладно, я думаю, может быть, посмотрят, да, и да, сделают вывод. Да, берите ребят на заметку от ребят-туристов. Ну, мне на самом деле они вот нравятся вот именно как есть, они вот такие вот компактные. В принципе... Да, ну, я бы, говорю, я бы добавил бы вот карман под бутылки, может быть, на задний, допустим, под бутылки. Ага. Как-нибудь там стой. Вот у меня велорюкзак есть, и сзади карманы большие под бутылки. Угу. Я в нем вообще классно прям. Хлоп, ну, поставил, достал. Ну, то, что большие штаны вот. Такими все. И какой-нибудь маленький кармашек там под мелочев, типа, чтобы далеко, ну, не вскрывать, а тык, залез. Все. Ну. По-моему, было бы очень классно. Ну, может быть, это, конечно, технически. Ну, это, как говорится, на вкус и цвет. Да. Сколько ты на нем наездил уже? На нем я наездил, здесь не указано. Ну, это 601, это с Краснодара, а так я... Вообще, ты расскажи о своих путешествиях, откуда, куда ездил, на Амуре. 29 ага. мая с Комсомольска на Амуре до Феодосии, ну, угу. до Крыма. Угу. Вот. В Крыму я не стал останавливаться. Это сколько ты я проехал? Потом. А? Сколько ты проехал? В общей сложности прошлым сезоном моим заездом, угу. я потому что еще ехал обратно до Краснодара и до станицы Дандуковской в республике Адыгея. У меня вышло 10 300 километров. Ну это много. Это получается, смотри, ты выехал в конце мая, когда приехал? 18, кажется, сентября. Ну я... Ну, май, вот, июнь, июль, вот, август, сентябрь, 4 месяца. Грубо говоря, 20 сентября. Ну ты также постоянно спишь в палатках, иногда в хостелах, да? В хостеле, ну в городах, в хостелах останавливаюсь. Mm-hmm. Там по необходимости, допустим, вот... Ну также привести сейчас, себя в порядок. Да, сейчас вот приехал, надо зарядиться, помыться. У тебя YouTube-канал есть? Ну пока только вот снимаю.
выложил там 3 ролика с поездки. Ссылку надо оставлять? А? Ссылку в описании надо оставлять? Ну, можете оставить, Евгений, тут уже на вас смотрю. В этом году ты откуда куда двигаешься? В этом году я выехал с Краснодара, еду по Крыму. В принципе, как и Евгений, только в обратном направлении. То есть, получается, ты сейчас выехал с Краснодара до Симферополя, да? Ты по Тавриге ехал? Я проехал по Тавриге до Жемчужины Крыма, там свернул, поехал через монастыри. Это где? Это Бахчисарай? Левее от Тавриды, но не доезжает до Симферополя. То есть мы до Белогорска даже не доезжаем. Там есть дорога через горы. И вот, ты там поехал? Да, там монастыри всякие прикольные. Ну, я и ты потом куда уехал? По той потом дороге? Я поехал, ну я еще заезжал на Белую скалу. И от Белой скалы поехал по Тавриде до Симферополя. Перед Симферополем маленько сломался, пришлось заехать вчера это. А что сломалось? Спица лопнула, надо было. Ну я не люблю, да? Когда у меня вот что-то лопается и с этим потом ехать. Поэтому я сразу делаю. Я от Симферополя перебью тебя сразу сейчас в Евпаторию сюда. Да. И потом куда? Потом, ну сейчас вот ночь, две, как завтра погода будет, и отправлюсь в Севастополь. Нет, не в Севастополь, в Бахчисарай. А потом в Севастополь. А потом в Севастополь. И а потом по южному берегу обратно? По Юбыка, да. План вообще на день по километражу? Слушай, я вот в прошлом путешествии своем через Россию когда ехал, у меня была вот норма 100 километров надо прокрутить. Вот, а там, что сверху прокручу хорошо, что меньше, ну как бы плохо. Вот, но 100 километров придерживался. А вот сейчас я понял, что на километраж не надо смотреть вообще, надо ехать и просто кайфовать. Вот и я это тоже понял. Тебе на нем прокачусь, нормально будет? Интересно просто, как у тебя накат. Слушай, ну попробуй, попробуй. Держи тогда. Так, прокатим. У тебя тоже зацеп, это у Сереги тоже зацепы были. У которого? А который по 300 есть. Репка? Или репко? Ну или я уже так привык к своему седлу, что мне кажется, было все неудобно. М, кажется. Но она большая мне. Просто мне как-то комфортно на ней сидеть, на самом деле. Я подозреваю. А мне вот маленько большевато. Мне кажется, что у меня даже рама великовата, на самом деле. Я сел, прям так четко руки это встали. Слушай, накат хороший, но мне на буксе вообще что-то так непривычно, на самом деле, сидеть. Я привык на своем таком каком-то полудиване. А здесь прям жестковато, надо привыкнуть к нему. Ну да. Классно, хороший накат, вроде не перегруженный. Ну это накат, я думаю, больше из-за колес. То, что стоят марафоны. Вот, они как бы дают хорошо. У меня до этого я ехал на Максисах, там просто печаль, беда. Ну то, что у меня еще, наверное, стоит. Типа этого, такие с шипами, да? Да, с шипами. У тебя гидравлика или трос? Гидравлика. Ну это ощущается. И вилку тебя застопорил, да? Да, конечно. Высота? Вопрос, Костя, провокационный. То ты едешь, ты сколько по деньгам вообще расходуешь в среднем? Ну, стараюсь, конечно же, как можно меньше. Угу. Но вот сейчас, вот, допустим, за ночь, да. Ну, если исключить проживание и только еда, ну, рублей 300, наверное. Ну, также 300 рублей как бы в день считается, как бы. Ну, в среднем, это вот в среднем. Угу. Потому что где-то поменьше, там, за 200. Где-то больше. Но это если еще учитывать, что... Ну ты не вегетарианец. Изначально? Не. Я... Нормальный все. Ну я нормальный. Тушняк там, да. Тушняк с аэро. Вот это вот все. Сосиски иногда. В Краснодар я приехал в сентябре, вернулся. Я не помню точное число, но это было после 20-го, скорее всего. Я когда доехал до Феодосии, вернулся назад в Краснодар. И там буквально... на день остановился или на два в хостеле и поехал в станицу Дандуковская, это в Адыгее. Там у меня бабушка, которую я никогда в жизни не видел, с которой я никогда не общался,
Но вот она узнала, что я еду, и говорит, заезжай. Вот. Ну, я, собственно, и поехал. И ты всю зиму не проблем? Нет. Я приехал к ней, там тоже на велике все. Я там денек или два побыл и вернулся назад в Краснодар. Снова в хостел. Побыл там пару дней, нашел съемную комнату. Заселился в комнату. Сколько стоило? Комната стоила 1007, кажется. Ну, просто чисто комната? А, нет. 9000, да, 9000 первая комната была. Это просто комната, да? Комната в частном доме, ну, то есть в соседнем там живут хозяева, это как пристройка. В пристройке две комнаты, кухня душевая и с санузлом. Отличные, ну, условия. За 9000, но удаленно от периферии, то есть от транспорта, от магазинов. То есть там есть небольшие придомовые такие магазинчики, ну, это частный сектор, то есть есть небольшие магазины, в которых цены, как правило, выше. Ну, и, частники. И да, и там как бы выбор скромный. А до сетей далековато. Да. Ну, кстати, сейчас в сетях тоже ценники такие недешевые, по крайней мере, там всякие магниты и прочее. И как тебе южная зима? Ну вот в этом году выдалась вообще очень плохая, потому что был снег очень много раз, впервые за долгое время, холодно, и с учетом того, что я был одет, у меня демисезон. Ну, мне сестра прислала вещи с Хабаровского края. Вот. И я ходил в демисезонных вещах зимой. Ну, то есть там температура, понятное дело, что это никак не в Сибири и не на Дальнем Востоке, там по минус 30, да. Но там влажность тоже ощущается. Да, но влажность все-таки она дает о себе знать. И ветер такой пробирающий. Вот. Ну, в принципе, как Бельгия. Весна такая же противная. И ты, получается, когда поехал? Я, получается, смотри, я устроился на работу. На всю зиму, получается? Да, на всю зиму. Я нашел работу себе. А чем занимался? Ну, довес консультант, электроинструмент. Продавал. Сколько зарплаты? Зарплата... Первый месяц там стажерские 20 тысяч. Вот. 5-2. А? 5-2. 5-2. Ну, там 8 часов смена, 1 час на перерыв на обед, но, как правило, обед это занимает 15 минут, остальное все время ты даришь работодателю. Вот. Затем первый месяц я получил 20 тысяч, и остальное все у меня. От 25 было, да, и там 32, может быть, максимум. Ну, короче, 25-30. Да, да. Ну, так себе, конечно, работа. Ну, это черновая работа. И в начале апреля, получается, ты все поехал, да? Да, я рассчитывал ехать уже в апреле. Число точно не знал. Ориентировочно было 15-е. Вот, но что-то у меня как-то так сложилось. Я пришел к тому, что надо ехать раньше. Почему так, я уже не помню. Ну, у меня так же было. Да. И, в общем, я поехал уже 9-го. А, нет. А, у меня жилье, которое, ну, после этой комнаты, где я жил, я там еще потом на 2 месяца переснял, потом еще переехал. Переехал уже в гостевой дом. И у меня гостевой дом был проплачен до 9 числа. Да, то есть 9-го я должен был с гостевого дома уже. А гостевой дом также 9 стоил? Да. Вот. Я с гостевого дома, я уже. Ну, срок закончился, и ты поехал. Нет, я еще переехал в хостел другой. Ну, то есть вот смотри, среднее жилье такое где-то 9-10, да? Ну, комната стоит от 7 до 9. Это не в сезон, а в сезон дороже. Или это всегда так? А там, я так понимаю, что всегда так. То есть, вообще,
от 7 до 9, если найти в центре города, это как бы, ну, нормально. Если с хорошими условиями. Как правило, такие они сдают девушкам, студенткам, и в принципе все. Ну, то есть парню тяжело найти в любом случае. Вот. А девчонкам проще найти. Потому что, ну, якобы считается, что девочки, они аккуратнее, там за всеми, ну, бережливые, такое. С ними нет конфликтов. Вот. И поэтому... смотри, ты сейчас, получается, покатаешься по Крыму, и когда у тебя заканчивается путешествие по Крыму? Вот здесь вот самое интересное, потому что я сроки не рассматривал, в принципе. То есть я выехал, вот у меня есть сумма. Вот. Как бы кончится сумма, поеду назад в Краснодар и, наверное, опять устроюсь на работу. Ну, то есть ты не намерен опять в Комсомольском море возвращаться? Ну, пока нет смысла. То есть, если вдруг у меня так случится, что появится какая-то сумма денежная, которая позволит мне передвигаться еще куда-то, то я, скорее всего, поеду либо на север к Петербургу, либо по Кавказу. Ну, тоже на Ирике. Да, конечно. Кружки моют с хлоркой. Советский Союз. Вот в каких только хостелах не ночевал, но вот сейчас я остановился, говорю, за 400 рублей, ну, казалось бы, да, там, эконом-вариант. Но чтоб вот настолько, как бы... А Wi-Fi у тебя есть хоть? Там? Вот нет, там, там, я не знаю, там вообще ничего нет, там просто, ну, вот у меня комната, тахта, где я сам сейчас пришел, снял старое грязное чье-то белье, выкинул на стул, да, на это. Выкинул носки. Я взял вещи, пошел в душ, там совмещенный душ, туалет, душевая кабина, и если тебе описать все, что там происходит, это вот, наверное, все хостелы, которые я был, вот их все, вот всю грязь объединить и впихнуть в эту вот душевую кабину. Вот это все настолько вот 400 плохо. Рублей в сутки, да, получается? 400 рублей в сутки. Вот мне по-хорошему вообще хотелось бы сходить просто вот посмотреть, снять, где ты сейчас остановился. Слушай, ну... Пошли сходим, она же не знает, кто я. Ну там, нет, там хозяин-то есть. Ну и что, я просто как будто хочу узнать, сколько стоит жилье, посмотреть. Там вроде как можно гостя привезти. Ну сейчас, если камера не сядет, пошли, может, получится. Я хочу поснимать, интересно. Потому что свой хостел за пятихатку я снимал, получается. Вот такая кухня. Ну, благовоние, конечно. Это все гостевые комнаты? Да, душевая справа, да. Блин, что не видно. Только вот разбросался. Так, а если это чай? Да. Так, это ты, получается, за вот эти апартаменты отдал 400 рублей? 400 рублей одна ночь. Это я, это не я, это, то есть, все было вот так вот. То есть мои это вот... от прошлого этого постельное белье было? Да, я снял все постельное, кинул вниз. Это мое все уже. Пауэрбанки, это все, да? Мое, да. И это я уже заряжал. Ну зато у тебя вид, есть окно, из него шикарный вид. Ну это да. И зеркало при выходе можно посмотреть. Ну да. Пойдем вниз. Все, ты взял все, что тебе надо? Да. Вообще дом выглядит довольно-таки прям респектабельно. Что, пойдем куда-нибудь в сторону набережной? Пойдем. Костян, как ты вообще пришел к велопутешествию? А, к велопутешествию я пришел 3 года, там, 4 года уже тому назад. Я просто сидел, не знал, чем заниматься, и на ютубе
гуглил всякие штуки, типа путешествия и все такое. И однажды наткнулся на каналы соответствующие, где ребята просто катаются на великах по миру и кайфуют. Ну, мне это заинтересовало. Блин, у меня лицо на самом деле такое. Ну ты же велопутешественник. Три года я вынашивал идею. И все-таки вот свершилось. В прошлом году я поехал. Да, я купил себе велосипед, рюкзак, палатку, спальник. Собрался, уволился с работы. Психанул и махнул 10 тысяч километров сразу. 10 тысяч километров. Ну, там чуть-чуть на машине было. Но в целом, да. Но в целом психанул. В целом психанул. Что ты вот вообще ищешь? Что тебя вдохновляет, мотивирует? Слушай. Может, ну ее все нафиг. Жену заведешь, 7 детей, ипотеку возьмешь. Ипотека. Это, кстати, мои основные мотиваторы. Жена, 3 детей и ипотека. Это мотиваторы, чтобы никогда не быть такими, как у которых все это есть. Ну вообще, что тобой движет? Чему ты сейчас вот? Что ищешь? Что хочешь найти? Да ничего, просто кайфую как-то. Изучаю мир таким вот способом. Это же чувство свободы и все такое. Ну, тут около философские штуки, я не знаю. Нет какого-то конкретного ответа. Просто ты едешь, кайфуешь и все. То есть, ну, как-то так. В чем вообще смысл жизни? Фу! Вообще его нет на самом деле. Он в том, что мы сами наполняем свою жизнь смыслом. То есть мы либо работаем ежедневно, приходя в одно и то же место, либо мы садимся на велосипед и едем куда-то далеко. Вот и весь смысл жизни. Ребятам из Кемерово привет вдвойне. Велотабун. Костяну пожелаю удачи, ссылка в описании. И все, и смотрите, у него там тоже есть что-то интересное там уже? Где? На канале. Ну, пока еще нет, но будет.